назад в 43-й. В Новоскольском районе День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили исторической реконструкцией. В постановочном бою, который длился полчаса, приняли участие около 70 человек из разных регионов страны. Белгородский коллектив инклюзивного танца «Ванька Встанька» подготовил новую концертную программу. Она будет презентована весной на интегрированном фестивале. Ансамбль предстанет перед публикой в расширенном составе. В Алексеевке на слете талантливой молодежи наградили около полусотни школьников и студентов. Благодарности и премии им лично вручил глава района Станислав Сергачев.